ФБР по просьбе украинских властей официально подключилась к расследованию убийства в Киеве гражданина России, журналиста Павла Шеремета. Сегодня вечером стало известно, бомба в его машине была приведена в действие с помощью мобильного телефона. Версии разные. Среди них профессиональная деятельность Шеремета, личные мотивы, а также покушение на руководителя «Украинской правды» Алену Притулу. Именно ей принадлежал автомобиль. По некоторым данным, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент закладки взрывчатки под машину. Киевские СМИ пишут, что кадры сейчас изучают эксперты. К месту гибели нашего коллеги сегодня люди несут цветы и свечи. Объявлено, что прощание с Павлом Шереметом в Киеве состоится завтра. Похороны в субботу на его родине в Минске.